Всем привет! Как уходить? С вами я и напарник. Что-то подтекает малость с потолка. Давай как-то пробегай быстренько. Опа! Душ. Ё-моё. А тот кран открыл? Оба открыл. Какая красота, а? Ты посмотри. Надо будет потом, но зайти. Симферопольский состав. Половина. Не видно там. Нам нужна вторая половина. Сегодня нас вызвали на ремонт. Неужто в Симферополе что-то сломалось? Вот уехал маневр туда. У него же это там прицепка вагона или замена. Приходится ждать сидеть. Время обед, а нам надо разобраться с Симферополем в первую очередь. Ты есть не хочешь еще? Хочу. Ну я вот тоже так, средненько. Как бы терпимо еще. Мы пошли на обед до магазина за продуктами. Я вот такую картину наблюдаю. Неужели этот долгострой достраивается? Сколько лет уже прошло? Я уже не знаю. Лет 5 его строят. Какой ужас. Ужас его достраивает. Семь, 48. Наблюдаем вот такой унитаз. И что у нас делается за стенкой задней? Вот такой шлюз за ширмой. Вот здесь труба идет непосредственно все, что выкачивает содержимое чаши. Сначала сюда в шлюз. Далее потом нагнетается сюда давление воздуха, открывается вот этот сливной клапан, и все плюется в бак-накопитель внизу. Давайте продемонстрируем, как это работает. То есть вот сейчас всосало все в шлюз. Теперь нагнетание воздуха сюда и выплевывание. Далее сейчас создается вакуум, опять же, вот здесь, в трубе. Видите, какой звук пошел хороший. Оп, зеленая кнопочка загорелась, все, можно пользоваться снова. Сюда на музыку ставить страшную. Такой тут-тут. Между вагонов идешь, повстречаешь тут какой-то маничилу. Шпалы старые, гнилые, лежат, не увозят. Прямся мы, значит, такие между первым путем северного направления и справа от вас 10-й путь пермский. Вчера пришел вагон из деповского ремонта города Екатеринбурга. Деповской ремонт, что означает, что вот у нас есть в рамках ТО-2 и ТО-3. ТО-3 это полный ремонт, ревизия проводится всего оборудования, а в деповском ремонте еще больше ремонт производится. У нас производится вот только, ну, при ТО-3 производится ремонт и проверка текущего оборудования, а в деповском ремонте прям капитально должно все делаться, прям вообще. Вот, сегодня нас попросили сходить, принять вагон, и если есть какие-то замечания, недостатки, недоработки, все это зафиксировать, желательно на камеру, и сообщать уже непосредственно нашему руководству. Ну, где уже дальше, в общую базу, в диспетчерскую, куда-то там все эти бумаги составляют. Так вот, вчера видели технолога нашего с депо, главного. Он сказал, что вчера ходил проверять этот вагон. Представляете, с деповского ремонта пришел вагон.
А подъемники для пассажиров малогабаритных, маломобильных, то есть инвалидов, эти вот подъемники, которые выезжают на пандусе, не работают. Вот так производится ремонт. И вот самое что, фишка, вагон наш, нашего формирования, пермского, отправили в Екатеринбург его деповской ремонт. Вот так они производят ремонт. Я не знаю, почему это происходит. Ну, такое бывает. В одном из роликов вы же видели, как я принимал вагоны в ужасном состоянии, гнилое все было. Нам передавались на летний период, обещали, что они летний период пройдут и уедут обратно в освоясь в Москву. А до сих пор ходят у нас. А ведь там, судя по всему, обогрев на зимний период не работает. 16429. Ой, 28. Да, вот он. Что тут у нас такое горит? Давление есть. Ну, как обычно, сделали вид, что был ремонт, покрасили ящики. А что крышку не стали красить? А смотри, какой-то дефект был, замечание. Смотри, им стрелочку рисовали. Приемщик. И здесь тоже вот. Что это он такое рисовал? Mm-hmm. Что за иероглифы? Ну, по низам-то что смотреть? Нам главное вверх смотреть. Что, может, не покрашено здесь или то? Да не. Что-то здесь указывал что-то на их языке. Ну, то, что стрелка на лампочку, может, указали то, что она не горит. Хотя она загорается, может, при 10%, да, заполнений. Заправить его водой, так может и загорится. Пробуй. Надо же, открыто. Так, полезли наверх. А ты включил, да, все? Да, прыгает немножко, амперметр. Нагрузку берет. А ты там что, электрообогрев щелкал? Да. Угу. Ты видите, какой здесь пультик управления? Настройка. Оборудование. Ничего не меняется. Что это такое? А, сброс сообщения нажать. Оборудование. Ничего. Параметры. Настройка. Введите код. Код доступа у нас отсутствует. Табло горит красным. Типа туалет занят. А знаете почему? Потому что там напарник ползает. Ну что, давайте посмотрим. Рабочее служебное купе начальника поезда. ТВ. Под кабели. Ну вот. Смотрите, как сделала. Вот. Все отпадывало просто на саморезы. Здесь, видимо, по судя по всему, еще и скотчем подклеили, чтобы она не болталась. Но... Вот вам весь и деповской ремонт. Вот это от чего валяется рамка? Непонятно. Ой, деятели. Вот у нас при ТУ-3 вот такого бы не допустили вообще. Ну, здесь вот. Ну, я не знаю, у нас бы, конечно, наклеечки бы просто подклеили. Так, вот бурсит преобразователь. Здесь все кембрики на месте, все. Тут тоже докапываются всегда. Вот, есть заземление стоит. Ну чё, свет выключен.
Какой-то мусор здесь валяется. О, у меня у напарника как раз провода нечем плавить. А так она тоже, да, севшая? Нет там. То у него зажигалка села, провода плавить. Вызов проводника. Слышите? Там у проводника загорается. В каком купе сработал вызов? Она к вам прибегает. Да-да, что? Чай у вас закончился? Идите, нальете сами. Ну, вообще, проводник молодец. Всегда к пассажирам на помощь придет. Что да как. Ну вот, смотрите, в самих купе не особо-то и грязно. Не сказать, что здесь проходил ремонт. После ремонта обычно грязище столько натоптано, потолки вскрываются, там все заляпано. Как у нас после... Ой, господи, ты что там делаешь-то? Какого дракона разбудил? Что-то стасал есть? Максимум. Офигеть. 5:51. Температура воздуха 21 градус. Угу. Туалет свободен. Ясно. Ну все тогда, что? А Вань, этот компрессор-то закреплен, все нормально? Почти. Я бы побоялся ложиться на это кресло. Ну а что теперь делать? Хотя я, может быть, вру, может, после прохождения ремонта отмывали все-таки вагон-то. И такой чистый уже после ремонта нам послали сюда. Кстати, там информация висит. Помоги и выиграй. А что выиграть? Утешительный приз? Хотите сделать доброе дело? Купите у проводника благотворительную открытку «Помоги и выиграй». Твоя звезда. В каждой открытке подарок от звезды, автографы, рингтон и так далее. Че? Пойдем? На выход? Ужин Альпингольд. Шоколадка. А ночью все-таки так... Ну, не ночью, вечером, когда стемнеет, так интересно, да, смотреть на огни большого города. Даже ничего не фокусируется. Вон там машины ездят. Вот эта вот высотка стоит напротив. Ну и, конечно, здесь гаражи все портят. Поужинали мы с напарником, поели шоколадки с чаем, попили. И он мне предложил, что такое, ну, в общем, небольшую такую сделку. Отпустить меня домой пораньше, так как у меня родителям потребовались срочно ключи, а они оказались у меня дома. Вот. Но с учетом того, что я пораньше уеду с работы, но в следующий раз... мой напарник уедет с работы пораньше, а я останусь дежурить. И мы, значит, такие оба были уверены, что сегодня будет все спокойно, проходящих поездов не будет запрашиваться в ремонт. И вот как только я уехал, он мне позвонил и сказал, запросился ремонт. И вот он один, бедолага, пошел без меня на проходящий поезд ремонтироваться. Ну, конечно же, я не злорадствую, я наоборот ему сочувствую. И вот он обещал перезвонить, если что-то вдруг не получится. Ну, посмотрим. Пока еще не звонил. Вот. Что еще хотел сказать добавок? Ролик, видите, получается такой, ну, коротенький. Если снимать каждый день что-то, материала
собирается немножко, ведь не хочется повторяться каждый раз, чтобы вам тоже не докучало одно и то же смотреть. Ну и поэтому, если снимать чаще ролики, короче, если снимать побольше, там, собирать материал, а потом его склеивать, то ролики больше получается. Поэтому я, конечно, буду вам почаще снимать, ну и, естественно, что-нибудь рассказывать. А так, если ролики и материалы я наснимаю буквально на, там, не знаю, 15-10 минут, мне кажется, нет смысла его выкладывать. А смысл есть, когда материалы насобираешь побольше. Но что-то совсем огоньки у нас не показывают. Смотрите, какой мост через железную дорогу. Как раз мне позвонил напарник, сообщил, что проходящий поезд запросился на 38 минут. И как раз вот я стоял, разговаривал с ним по телефону, и вот он здесь проходил, под этим мостом, на станцию. Я ему говорил, что вот он пролетает. Владивосток, Москва. Ну что ж, на этом, наверное, с вами попрощаюсь. До новых роликов. Ничего страшного. Я буду их выкладывать чаще. Буду стараться снимать, еще раз снимать. Но на работе иногда бывает так, что руки заняты. И мне, знаете, не до съемок и не до разговоров. Но все-таки я найду время уделить съемкам. И обязательно вам, дорогие наши зрители. На этом все. Я с вами прощаюсь. Давайте всем до свидания. Всем пока. Что еще вдобавок? Что еще сказать? Всех целую и обнимаю. Все, давайте, пока-пока.